28 марта пролетарский районный суд города Твери удовлетворил ходатайство следователя регионального следственного комитета и избрал в отношении жителя Подмосковья 98 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу. Накануне в следственные органы Следственного комитета России поступило сообщение о совершении на детской площадке в пролетарском районе Твери в отношении маленькой девочки преступления сексуального характера. По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СК России возбуждено уголовное дело. В кратчайшие сроки в результате грамотного взаимодействия следователей СКР и сотрудников ОМВД был установлен и задержан подозреваемый. В качестве оперативной необходимости мы обращаемся ко всем, кто мог стать жертвой человека, подозреваемого в совершении преступления. Если ваши дети попали в подобную ситуацию, звоните в полицию. Ваша информация необходима следствию. Как мы уже сообщали, 26 марта в Твери в ходе проведения доследственной проверки обнаружено тело 27-летнего Никиты Мельникова. 16 марта молодой мужчина вышел из дома и бесследно исчез. В результате поисковых мероприятий, проводимых следователями и криминалистами Следственного комитета, сотрудниками ОМВД, МЧС, Росгвардии и волонтерами, тело с многочисленными телесными повреждениями нашли в заброшенном здании, расположенном в московском районе города. Была назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что причиной смерти мужчины стала сочетанная травма головы и конечностей тела. В связи с тем, что тело обнаружено в значительном отдалении от жилого сектора, в промышленной зоне, и имеющаяся информация об отсутствии у мужчины заболевания, которое могло обусловить его скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентирование во времени и пространстве, у следствия имеется основание полагать, что в отношении Мельникова было совершено преступление. Для наиболее тщательного выяснения следственным путем всех, без исключения, обстоятельств гибели Мельникова, Московским межрайонным следственным отделом города Твери регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса «Убийство». Расследование продолжается.